Подали в отставку. Министр по делам территориальных образований Людмила Жуковская заявила об уходе с поста. Причиной, по ее словам, стали обстоятельства личного характера. В должности министра по делам территориальных образований Людмила Жуковская проработала 2 года. Должность руководителя ведомства вместо Жуковской будет временно исполнять ее первый заместитель Сергей Зюзин. Также покинуть свой пост решил и заместитель правительства области. Такое решение Валерий Сараев принял в связи с переходом на новую должность в администрацию Саратова. С 1 декабря уже на посту заместителя главы администрации города. Он будет курировать экономические вопросы. Ранее эту должность занимала Елена Ножичкина. Она добровольно сложила свои полномочия.